Сегодня же Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ, и особенно тех объектов, которые находятся в частной собственности. Глава Кабмина заявил о необходимости проработать вопросы финансирования модернизации энергообъектов по программе «Тариф в обмен на инвестиции». В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил журналистам о том, какие примерно затраты потребуются для полного ремонта теплосистемы Экибастуза. Что касается города Экибастуза, конкретно города Экибастуза, 340 километров тепловых сетей находится в собственности самой Экибастуз Теплоэнерго и порядка 120 километров сетей, это частных, то есть принадлежащих организациям и, кстати, частному жилому сектору. Ежегодно необходимо на замену теплосетей, на реконструкцию, вот те трубы, которые мы видели, есть даже 81 года. Примерно на город Экибастуз необходимо 12 миллиардов тенге ежегодно.